Это видео прислали в редакцию новостей дачники садового общества «Черемушки». Грызуны уже стали ежегодными непрошенными гостями на их участках, поэтому владельцы начали делать для них приманки. По словам специалистов, садоводы поступают правильно. Хомяки могут быть переносчиками столбняка и бешенства. А от экскрементов можно заразиться геморрагической лихорадкой. Они опасны не только тем, что уничтожают урожай, но могут быть действительно переносчиками некоторых заболеваний. Поэтому, конечно, с ними нужно бороться. Это в основном различные приманки ядовитые. Отучить, изгнать из территории очень тяжело, потому что они живут в норах, к норе сильно привязан. В садовом обществе «Чулпан» уже есть пострадавшие. Хомяки начали налегать на урожай. Одному из дачников удалось поймать с помощью капкана сразу 7 грызунов. Садоводы активно используют и другие методы борьбы с ними. Ведро там, вот они дали отраву, там этот крыс, это еще. Вот они туда прямо воду пить, наверное, хотят. Вот они туда упали. Вот такие большие они. Этот хвостик короткий и самые какие-то, ну, красивые. Осенью вот тут это, как его, свеклу грызли, да. А вот одну из дачниц так умилила красота животного, что навредить ему у нее не поднялась рука. Правда, вскоре женщина пожалела об этом, едва не потеряв урожай. Ржеватые. Глаза такие красивые, голубые. Я лично видела. Мне даже понравилось. Они вот все стригут, все. Вот стригут. Полностью. Жалуются садоводы и на агрессию грызунов. Хомяки сами по себе безобидные животные, но когда появляются детеныши, они могут кусаться. И если такое произошло, специалисты настоятельно рекомендуют сделать прививку. Светлана Звонарева, Гузель Габдуллина, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны.